Анатолий Пахомов пригласил руководителей отдела в ЗАГС. Гости поделились головой, что смертей стало значительно меньше, рождаемость увеличилась, а число браков преобладает над разводами. К слову о свадьбах, в прошлом году только 30% из числа зарегистрированных пар – сочинцы, остальные – иногородние. Это говорит и о популярности, а значит о том, что нравится людям, нравится ваши отношения, гостеприимная улыбка. Начальнику ЗАГСа Центрального района Анатолий Пахомов вручил знак отличия за безупречную службу, другим благодарственные письма. Приятно удивили мэра и сами гости. Из достоверных архивных данных ЗАГСа стало известно, что сегодня чета Пахомовых отмечает коралловую свадьбу. В юбилей ему вручили 35 роз, собранных в букет по числу счастливых лет супружеской жизни с Еленой Николаевной. Именно пример для города, для всех нас, именно пример того, и Елена Николаевна, ваша семья – это пример для того, как надо строить дружную и достойную уважение семью. Анатолий Николаевич, я всегда говорила, вы наш герой. У главы курорта уже давно появились и внуки. Причем Ника – коренная сочинка, свидетельство о рождении дочери. Ее родители получали уже в сочинском ЗАГСе.